стало известно, как ученики выпускных классов Чувашии написали итоговое сочинение. Испытание проходило 4 декабря. В основной срок сочинения в республике написали 5678 человек. В целом успешно, отмечают специалисты. Зачет получили 99,4% учеников. Наиболее популярным направлением тем сочинений в этом году стало «Надежда и отчаяние». Ее выбрали в Чувашии 36,3%. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации.